Всем добрый день. В этой серии я расскажу вам про гречиху. Значит, практически все уже распродано. Вот, остался последний, значит, кубик гречихи. Вот. Но что меня удивило? Обычно я привык, что все садится. Вот я сейчас покажу с предыдущего кубика банку. Вот. Она севшая в среднюю садку. Вот. К ней я и привык. Значит, ну и в литературе описано. Варьируется она от желтого цвета до темно-коричневого. В зависимости от регионов и сортов. Вот. Но остался вот у меня последний кубик, я достал. Вот видите? Он не сел. По каким причинам? Неизвестно. То ли из-за того, что хранился дома при постоянной температуре, хотя и те кубики хранились в этой же куче. Значит, то ли из-за того, что в него попала акация с нижних рамок, и как-то он, значит, сел, не стал садиться. Значит, непонятно, то ли что-то попало из других медоносов. Вот. Но за 20 лет работы это первый раз у меня такое, чтобы он не сел. Вот. Значит, ну, про полезные свойства скажу так. Значит, гречка богата железом. Ее рекомендовано при, значит, анемиях, вот, болезнях крови. В сети мне попалась, значит, ссылка, что есть, ну, медицинский институт, который по, значит, он болезням кишечника и желудка лечат гречкой, значит, язвы и гастриты. Вот. Вот такие вот, значит, у нее свойства. Всем удачи! До новых встреч!